Сегодня в программе. В лаборатории комбикормового завода новое оборудование. Компания «Промагро» представила свою продукцию на ежегодной большой дегустации. Мощность двух цехов комбикормового завода «Промагро» позволяет производить 200 тысяч тонн гранулированного корма в год. В ассортименте 10 рецептов. Используется только натуральное сырье – пшеница, ячмень, кукуруза, дрожжи, жмых подсолнечный и соевый, соль, мел и аминокислоты. Продукция соответствует всем нормам ветеринарной и экологической безопасности. Контроль осуществляет собственная аттестованная лаборатория. В арсенале специалистов современное оборудование. Сейчас идет настройка нового прибора «Капель-105М». Система капиллярного электрофореза, модель 105М «Капель», предназначена для разделения проб на компоненты. Собственно, здесь используется такое явление, как капиллярный электрофорез, метод. В основе лежит процесс электромиграции и электроосмос, то есть процессы, которые возникают при наложении электрического поля вдоль капилляра, в котором помещен раствор. И возникает движение заряженных частиц, соответственно, разделяется проба на индивидуальные компоненты. Старший лаборант Ирина Северова уже знакома с прибором «Капель». 6 лет работала с предыдущей версией. Упрощается анализ, мы получаем более точные данные, потому что стоят более чувствительные лампы. Ну и поскольку у нас очень большой объем вообще исследований происходит, все входящее сырье, все комбикорма вырабатываем и исследуем, то данный прибор вообще нам очень необходим. Сам анализ времени много не занимает, обработка данных тоже происходит достаточно быстро. Под контролем все стадии производства – от входящего сырья до конечного продукта. И продукты у нас выпускаются сертифицированные, то есть он подчиняется определенным нормативным показателям, и задача лаборатории – контролировать эти показатели. Во входящем сырье мы определяем, контролируем. Первое – это влажность, это определение массовой доли сырого протеина, определение массовой доли сырого жира, сырой клетчатки, содержание в сырье кальция, фосфора, солей. Комбикорм исследуется на те же самые параметры. Новый прибор позволяет быстро и очень точно определять в образцах содержание аминокислот, витаминов, органических кислот, неорганических катионов и анионов. Качество и безопасность комбикормов компании «Промагро» под надежным контролем. Лучшие местные производители представили свою продукцию на ежегодной большой дегустации. Так работники пищевой промышленности отметили профессиональный праздник. Большая дегустация – повод познакомиться с продуктами местного производства. На столах – йогурты, сладости, хлеб, традиционные блюда русской и японской кухни, колбасные изделия, паштеты и закуски. Компания «Промагро» угощала посетителей медальонами из вырезки, купатами и натуральными колбасками. Мясо на гриле готовили студенты агротехнологического техникума. С самого детства я любил готовить, нарезать и удивлять чем-то своих родителей. Любой мужчина должен уметь жарить шашлык и готовить любое мясо. Сейчас вообще в тренде использовать настоящее мясо и здоровый образ жизни. Мясное изобилие от компании «Промагро» пришлось по вкусу и большим, и маленьким гурманам. Прям вкусное. Очень понравилось мясо вот это жареное «Промагро». Настоящее, своей натуральности оно понравилось мясо. Замечательное мероприятие, я думаю, большинство населения в результате этого мероприятия сможет познакомиться с продукцией разных компаний, оценить качество и вкус. И после этого, я думаю, они смогут пойти и купить эту продукцию. Особенно понравилось мясо «Промагро», очень вкусное. Там были и медальоны, и купаты. На самом деле все очень вкусно, сегодня большой выбор. Все весело, и праздник, и пение, и танцы. Мы очень рады. Очень все понравилось, очень вкусно. Все желающие могли стать участниками аппетитных мастер-классов. Праздничное настроение посетителям большой дегустации дарил ансамбль казачьей песни «Станичники».